500-летию белорусского книгопечатания Франциску Скорини посвящается. Накануне на 24-й Минской международной книжной ярмарке презентовали программу для детей и юношества. Биография путешествия современники Скорины и его научно-философское наследие в рассказах известных отечественных писателей, в фрагментах исследований историков, ученых и педагогов. Перформанс на тему средневекового книгопечатания 19 века в реконструированной Скориновской мастерской представил краевед и коллекционер Владимир Лиходедов. Литературным событием с конкурсами, театрализацией, награждениями презентовали детскую книгу в гостях у Франциска Скорины. Нам вельми хотелось створить книгу менавіта для детей, и как дети рассказывали детям про то, как важно читать, как важно любить книгу. Тому и наших героев мы отправили у подороже до Франциска Скорины. Коли яны здивляются той друкарни, у якой он выпустил первую белорусскую книгу, як яны дивятся тому, какие складаны шлях он переодолевал, как зараз, сегодня мы мели на великшую каштовность книгу. Книги детских национальных писателей вниманию посетителей предлагает каждая из 30 стран-участниц.